Профилактическая операция «Занятость». Ее проводят инспекторы отделения по делам несовершеннолетних с целью выявления учащихся, которые не приступили к занятиям. Соответственно, проводим мониторинг, сколько детей не приступило, по каким причинам, социальные это причины, либо это неблагополучие в семье. На сегодняшний день как бы выявлен один несовершеннолетний. Вчера мы рассматривали на комиссии по делам несовершеннолетних. Все вопросы решены, мальчик приступит к обучению в 17-й школе. В случае непосещения занятий также зарегистрированы в ПУ номер 3. Инспекторы ОПДН сейчас проводят проверку. Операция «Занятость» продлится до 16 сентября.